В Туркестане восстанавливают старое городище, где когда-то была зимняя ставка Таукихана. Его дом, построенный в конце 17 века, частично удалось поднять из-под земли. Сейчас археологи пытаются его, что называется, законсервировать, чтобы люди могли еще много лет любоваться историческим памятником. А в скором времени начнут поднимать вокруг дома крепостные стены. Это мы входим в зимнюю ставку хана. Эта ханская ставка просуществовала где-то с конца 1680 по 1730 годы. Апартаменты Таукихана археологи решили восстановить. Приходится собирать по крупицам. Вернуть из прошлого удалось только 1/3 часть ханского дома. Здесь несколько помещений. Есть комната и гостиная. Зимой своих гостей Таукихан принимал в этом помещении. Прежде чем гости проходили к влиятельному хозяину дома, они мыли руки в ташнау. Оно находилось здесь. С правой стороны была вешалка. Затем гости проходили на суфу. Сам же Таукихан обычно сидел здесь. В середине комнаты стояла колонна и повсюду тандыры, чтобы никто не замерз суровой зимой при важных переговорах. Эта постройка сильно отличается от найденных ранее в Туркестане. Здесь толще стены, лучше кирпичи, богатый внутренний интерьер. Самое интересное, это вот здесь, например, был крышка от тошнов, от канализации из мрамора. 50 на 50 сантиметров. Очень красиво оформлен. Орнаментика и из серого гранита сделан. Мы такое встречаем впервые. Вокруг этого дома была огромная огражденная территория. Это город в городе. Сразу напротив ханской ставки стояла мечеть. Археологи вернули ее. Сейчас восстанавливают прежний облик. Скоро сюда вновь будут приходить верующие. Однокупольные сооружения 8 на 8 метров. Потом имеет тут дворик, еще пристройки какие-то. Восстановят дома и других исторических личностей. К слову, Туркестан своей столицей объявляли 14 ханов. Среди них Абилмамбет. Теперь его зимняя ставка соседствует с домом Таукихана. На самом деле их разделяет целая эпоха, которая теперь очень интересует туристов. Мы приехали с восточного Казахстана, решили посетить святые места Туркестана. И вот начали мы с этого мавзолея. Когда закончатся восстановительные работы, археологи вернут на места все найденные артефакты. Кувшины, хумы, домашнюю утварь. Обещают со временем сделать манекены в ханские дома, будто люди здесь живут до сих пор. Катерина Попкова, Ербол Атабишев, Нурмахан Бекмуратов, Южно-Казахстанская область, 24 КЗ.